знаменитый советский и российский актер Василий Ливанов был срочно госпитализирован и перенес операцию в одной из столичных больниц. По имеющимся данным, Василий Ливанов поступил в медицинское учреждение накануне с тромбом, который перекрыл артерию его руки. Врачи провели операцию, в ходе которой был удален кровяной сгусток из затронутого сосуда, что способствовало восстановлению его нормального функционирования. В настоящее время состояние Ливанова стабилизировалось и улучшилось. Врачи отмечают, что операция прошла успешно, и Василий Ливанов находится под наблюдением в отделении реанимации. Специалисты продолжают следить за его состоянием и обеспечивают необходимую терапию для полного восстановления. Близкие друзья и коллеги по профессии выражают поддержку и надеются на скорейшее восстановление знаменитого актера.